you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Pro Replay, первый сервер, мы не Кирилл Путбуль, и сегодня я вам расскажу, за что же я получил варрант. Расскажу всю правду, как и есть, в принципе, потому что многие не знают о том, что я получил варрант, как бы. Я получил варрант, получается, еще вчера. То есть в субботу. Это видео я снимаю в воскресенье вечером. Выложу его в понедельник или во вторник примерно. Но это не точно. Или точно. Или динах. Ну, короче, не суть. Скриншоты сейчас вам покажу, как я получил вчера варн. Думаю, я скриншот вставил. Получил я варн за нон-РП, как вы могли заметить. Получил я варн за нон-РП. Да, круто вообще. За что же я именно получил? Я потом перезашел после того, как я получил варн. Я перезашел и спросил администрации, в чем было нон-РП. На что же они мне ответили, то, что нон-РП стрельба с мотоцикла. Но кто смотрел серию, хотя я эту серию еще не выложил, какой я ездил на мотоцикле и гонялся за чуваками. Но это видео, когда я на момент, когда я снимаю, я это видео еще не выложил, но оно уже есть на канале. Короче, это было предыдущее видео перед этим. Ну и как бы я там все отыграл, можете посмотреть на видео. Сейчас я вам скриншоты вставлю, то что я все отыгрывал. Думаю, я их вставил. И как бы я писал им, типа, отыгровка была и так далее. Админ написал в репорт. На что же они мне ответили? Пишите жалобу, типа, на форуме. Ну, я считаю, блядь, я жалобы никогда не писал и писать не собираюсь, как бы. Я считаю, жалобы нужно писать только в том случае, если вас взломали, либо вас наебали на бабки, на машину, на, короче, на имущество. Че, ебанутая, что ли? Если вас наебали. В этом случае, я считаю, только нужно писать жалобу. Ну, а так, в принципе, зачем? Это бред, как по мне. Ну, в принципе, ладно. У каждого свое мнение. Давайте расскажу все по порядку, как все было. И я, у меня была очередная серия «Вечерний патруль». Я так, наверное, серию назвал. Хз. «Вечерний патруль». Где я патрулировал на мотоцикле. И я видел, как Ямаха ехала, проехала на красных. Я за ней поехал, он остановился, пишет, типа, я Даниэль Калинин, или как-то так он написал. Ну, как бы, я пишу окей. И тут подбегает его дружок Лев Бардин, или как-то так его, короче, Лев какой-то там, пидорас еще тот. Я подъехал, он пишет, что-то иди нахуй, или что-то типа такого. Я встал, ну, хотел его шокером ударить. Ударил его шокером, он багом запрыгнул в мотоцикл, уехали они. Я начал погоню. Гонялся за ним. Они не останавливались, не останавливались. И я включил бинт, где я отыграл стрельбу. И за ними ездил на мотоцикле и стрелял по ним. Много раз стрелял, на самом деле. Но я отыграл как бы как стрельбу. Но почему-то мне за это дали варн. В принципе, можете видос посмотреть. Я либо ссылку оставлю в описании, либо сами можете на канале найти этот видео. Как бы, вот, смотрите, у меня варн. Варн, по-моему. Вот, у меня то випка, мне то похуй. Видите, рейка льда, вы нон-РП ГОС. Выдал мне вчера, видите, 19-го, сегодня 20-е. Два дня еще осталось. Ну, в принципе, это не важно. На это мне похуй, на самом деле, на этот варн, он слетит и как далее. Когда я получил вчера варн, у меня не бомбануло, мне просто стало обидно. Обидно почему? Потому что я 3 недели качался в ДПС, дошел до 5-го ранга, и просто этим варном как бы пошло все в жопу, понимаете? Как бы моя цель была дойти до 8-ки, до 9-ки. Я
спокойно справлялся со всем вроде бы как. Вы сами на сериях видели, в принципе. И мне фракция очень нравилась. Это, наверное, единственная фракция, где я столько серий снял, и где мне действительно очень нравилось, и было интересно, и вы как бы это смотрели. Поэтому, блин, я хз, на самом деле. Я уверен, что, наверное, меня никто не восстановит, но, блин, хз. Я думаю, меня никто не сможет восстановить обратно на пятый ранг, но заново качаться, на самом деле, мне влом, и я не хочу. Я не хочу, я не знаю, либо буду идти в другую организацию, либо вообще никуда не буду идти. Я на самом деле не знаю, я в раздумках, как бы немного в шоке от того, что все было зря, понимаете, все было зря. Докачался до пятого ранга и все было зря, кстати, Амазин что-то лагает, ну ладно, это нормально. Все было зря, на самом деле, вот что, мне обидно просто, что я потратил свое время впустую. Просто потратил свое время впустую, понимаете? И до сих пор, я думаю, лидеры даже не знают, девятки, что я получил варн. Понимаете, я никому об этом не говорил, поэтому никто не знает об этом. Что буду делать дальше, не знаю. Ну, блин, как бы отыгровка была, ну, блин. Ну, просто еще их дружок, администратор Джерри Фриман. Понимаете, это ихняя шайка вся, они все вместе, там, брат за брата, за основу взято, нахуй, и так далее. Ну, в принципе, может, в этом была и моя вина, можете посмотреть видео, посмотреть скриншоты и напишите в комментариях, что вы, в принципе, об этом думаете. Мне интересно ваше мнение, что вы об этом думаете, кто прав, кто не прав, и так далее. Потому что, я не знаю, я думаю, я прав, потому что отыгровка с моей стороны была. Да, конечно, некрасиво то, что я на мотоцикле гонялся за ними и стрелял, но по-другому как мне их было остановить? И то, по-моему, оба или один из них был госом. По-моему, да. Был госом. Ну, в принципе, все равно наказали меня. Были правы не они, как бы, и нарушали они, но получил как бы я. Немного несправедливо, вы так не считаете? Ну и, блин, как-то так, в принципе, я вам рассказал всю правду, как оно есть, можете видео посмотреть, там тоже все показано подробно, подробно все видно, как я отыгрывал, что я делал, что происходило и так далее. Скрины я вам показал, все вам показал, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, в принципе. Ну и на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте колокольчик, делитесь этим видео с друзьями, кидайте в свободную группу, кому не трудно, но не флудите. Ну и всем пока-пока.